Масленицу в Чебоксарах отпраздновали широко. Главным местом массовых гуляний стала Красная площадь. Здесь горожан до самого вечера развлекали веселыми конкурсами, а в режиме нон-стоп выступали популярные артисты. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Чтобы проводить зиму, только на Красной площади собрались более 4000 человек. Хотя прощаться с горожанами она не торопится. Накануне в Чебоксарах температура воздуха опустилась до минус 5 градусов и выпал снег. Жители столицы разогревали себя блинами, горячим чаем и танцами под задорную музыку. Концертная программа на Красной площади продолжалась весь день. Горожан выступали не только чувашские артисты. Проводить зиму в Чебоксарах приехали солисты известной группы «Балаган Лимитед». Посмотрите, вот сколько, как много народу. Погода не так, прям скажем, чтобы очень солнечно, да, но тем не менее, вот сколько людей отмечает Масленицу. Мы очень рады этому. И сейчас зажжем! Вся прошлая неделя прошла под знаком Масленицы. Скучать горожанам не давали. На Красной площади проводили конкурсы на лучшие частушки и поедание блинов на скорость. Для юных горожан работала мастерская «Весны». Здесь детей обучали создавать оригинальные поделки из бумаги. Я делаю солнышко. Я ничего не мастерила. Кроме солнышка ничего нет, ты ничего не умеешь. Ребята вместе с родителями делают разнообразные поделки, связанные именно с весной. И, конечно же, куклы, масленки, обязательно делают веснянки, птичек призывают. Делают все поделки, которые так или иначе связаны с Масленицей. Народный фестиваль станет традиционным, отмечают в администрации столицы. Масленичный городок откроется на Красной площади и в следующем году. Мы не только празднуем на центральной улице, уже здесь праздничные мероприятия всю последнюю вот эту неделю проходят. Но в микрорайонах очень много было праздников, микрорайонах, которые проводили депутаты по месту жительства Чебоксарского городского собрания. Ну а главный символ весеннего праздника на Красной площади задержится. За время народного фестиваля с 10-метровым чучелом, самым большим в Поволжье, горожане сделали сотни селфи. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.